Значит, мой доклад будет состоять из условно двух частей. Одна, название одной части условно предыстория экспериментов со временем. И можно ее в какой-то степени назвать посвящение или благодарность тем, кто занимался этим помимо меня, помимо нас и до нас. Занимаются исследованиями физики времени и возможностью путешествия во времени многие люди. И будет с моей стороны неправильным рассказывать только о собственных исследованиях, так как будто бы это благодатная тема, огромная тема, тема путешествия во времени, до этого никого не интересовала. На самом деле это не совсем так. И хотя впервые о путешествиях во времени говорили многие, ну, по крайней мере, не один человек в 18-19 веке, в российской литературе еще в царские времена существовали какие-то повести, рассказы о путешествиях во времени, но все-таки, справедливости ради, первым упомянул о путешествиях во времени посредством какого-то технического устройства. Вот в этом плане как бы других разночтений, я считаю, нет. И этим человеком является Герберт Уэллс. Сделал он это в романе «Аргонавты Хроноса» в конце 19 века. Сейчас этот роман известен как «Машина времени». И вот этот термин «машина времени», в общем, принадлежит этому человеку. И он настолько глубоко вошел уже в наш быт, что, как бы сказать, смысла менять это название я не вижу. Но единственное, что 20 лет назад я взял на себя смелость и, считаю, поступил правильно, я этот термин сократил так же, как сокращается, как принято сокращать технические термины. То есть термин МВ сейчас и я в книгах использую широко. И гляжу, помимо меня, он используется абсолютно, так сказать, без каких-то колебаний. То есть эти две большие заглавные буквы МВ, это уже, так сказать, немножко я приложил к словообразованию свою руку. Публиковался Герберт Уэллс много. Сказать, что людей, которые не знакомы с его творчеством, просто нет, не будет преувеличением. Подсчитано, что этот человек, к слову сказать, не писатель, он инженер по образованию. И, может быть, поэтому его романы изобилуют техницизмами. Этот человек, без, вне всякого сомнения, может именоваться футурологом, то есть предсказателем, потому что из 75 научных предвидений, таких как танковые сражения, автомобильные пробки, атомная бомба и так далее и тому подобное, сбылось. То есть в его романах встречаются 75 технических новшеств. Вот подсчитано, что 73 новшества, то есть то, что он придумал, сбылось. И даже, извините, вот московские пробки, которые в то время, когда он писал, в принципе существовать не могли, даже они стали, так сказать, нашей реальностью. И 73 попадания, и только два научных предвидения, научно-технических предвидения, до сих пор считаются... Ну, раньше считали, что это ошибка гения, а я считаю, что просто еще время не пришло. Вот эти два технических новшества, если они будут реализованы, будем считать, что попадание Герберта Уэллса стопроцентное. Это плащ-невидимка или вообще способность человека становиться невидимым. Ну, вспомните роман «Человек-невидимка». И, собственно, «Машина времени», о котором сейчас и пойдет речь. Несколько фотографий достаточно уникальных Герберта Уэллса, которые я находил. Человек этот вошел в историю Советского Союза. Он приезжал как минимум дважды в Советский Союз.
встречался с Лениным, сын Герберта Уэллса описывал, о чем они беседовали с Лениным. Это отдельно, так сказать, очень интересная тема. А во второй приезд свой он беседовал, ну, со многими людьми, безусловно, беседовал. Он много писал о Советском Союзе, о молодой советской стране. А во второй свой приезд он беседовал с человеком, который по-своему интересен, с человеком, который вот вошел в нашу историю как путешественник из будущего. Его зовут Гайдучок Евгений Иосифович. Они встречались и о чем-то по-английски очень долго беседовали. Это было в Ленинграде. Вот, но на этом список только не оканчивается, он только начинается. Я должен выделить еще одного человека, известного в нашей истории, как такого эпатажного, как эпатажный поэт. Это Максимилиан Волошин. Конечно, его мало кто помнит и мало кто позиционирует как человека, знакомого с машиной времени, но после приездов Уэллса в Россию, в советскую Россию, наверное, наиболее таким последовательным и наиболее верящим, что ли, продвигающим эту идею, ну, по крайней мере, теми средствами, которые он владел, словом и поэтическим пером, он писал о машине времени, даже писал, что он перемещался на машине времени. Естественно, он летал, ну, если он летал, то, понятное дело, он летал в Москву будущего. Он жил, писал об этом в 20-е годы, но перемещаясь в Москву будущего, уж не знаю, так сказать, в воображаемой машине времени, литератору позволительны такие аллегории, или вот в какой-то другой, но Москву будущего он описывал достаточно близко к тексту. То есть вот если его тексты взять, то угадывается и Останкинская телевышка, и дом СЭФ на Новоарбатском, ранее Калининском проспекте, там и некоторые другие такие архитектурные особенности Москвы, которые, конечно же, в 20-е годы этот человек и все другие знать не могли. Вот загадка, так сказать, кем являлся Волошин, таким гениальным манипулятором, мистификатором, или же действительно у него были какие-то способности к прекогниции. То есть прекогниция – это способность заглядывать в будущее. Значит, ну, безусловно, самым, наверное, цитируемым в этой тематике человеком является Николай Александрович Козырев. Человек очень неординарный, человек, судьба которого изобилует не меньше, чем судьба предыдущих людей, там, чудесами и удивительными совпадениями. Но так или иначе, заслуга Козырева номер один – это его труды, это его знаменитая теория времени, на которую я периодически буду ссылаться. Его труды, в которых он описывал свойства времени и возможность на время так или иначе воздействовать. То есть он вполне серьезно на академическом хорошем уровне рассчитывал и предрек, и экспериментально в том числе частично подтвердил способность времени изменяться, по крайней мере, с помощью семи, я насчитал семь способов управления или воздействия на время. Вот в конечном итоге, когда мы говорим о технической машине времени, нам приходится так или иначе выбирать из этих семи способов. Я о них позже скажу. Но это он же. Другой человек, которого я также застал и успел с ним, так сказать, лично общаться, был Альберт Вейник, трагически погибший в Белоруссии. Ну, его справа вы видите у них их классические труды, вот, которые сейчас являются классикой на этом поприще. Это Игорь Дмитриевич Новиков, тоже считается классиком, живым. То есть это первый человек вот, в моем списке, кого я вспоминаю, который еще жив.
Очень долго работал за рубежом, сейчас вроде бы снова в России. Вот и среди его как бы таких классических книг научно-популярная книга о времени. Работал или он периодически ссылается на зарубежных классиков. Это, наверное, самый известный из них, Торн, Кип Торн, он же. Ну и, безусловно, не могу не обойти такого очень, очень сложную фигуру в плане применительно к теме машины времени, Стивена Хокинга. Человек сам по себе, конечно, очень неординарный, но в теме машины времени он играет достаточно сложную роль. Сначала он долго и последовательно был ярым противником самой возможности существования машины времени. И до 96 года, так условно, была среди физиков-теоретиков битва. Копья были скрещены на теме, возможна ли техническая реализация машины времени. Вот лагеря, так сказать, были неравными, скептиков было больше, и скептиков возглавлял самый так, авторитетный физик Стивен Хокинг. Но в 96 году он резко поменял свою точку зрения. Настолько резко, что журналисты ему несколько лет припоминали эту историю. Вот буквально его терзали за цитату следующего содержания. Когда он был противником создания машины времени, он считал, что если ее можно будет создать, то рано или поздно, неважно в каком веке, там в 22-м, 25-м или в 50-м, когда бы ее не создали, все равно мы должны вокруг себя видеть путешественников во времени. То есть откуда бы они ни прилетали, то есть за два года от нас или за два века от нас, все равно они возле нас должны быть. И как бы сказать, вот если оглянуться, то можно их где-то разглядеть. Но поскольку мы их не видим, такой многозначительный вывод, вот я комментирую, я в этом как раз вот не уверен, думаю, что если они есть, конечно, они не ходят с плакатами, и если в зале я громко спрошу, кто путешественник во времени, они явно, так сказать, стыдливо промолчат. Я даже не буду пытаться их вывести на чистую воду. Вот, и многие годы Стивен Хокинг был сторонником создания, я вижу оживление в зале, это выдает вас просто с головой. Так вот, многие годы он был сторонником машины времени, но вот последние годы, вот буквально уже после 2010-го, может быть, то есть вот буквально несколько лет как, не знаю, может быть, это связано с его достаточно эпатажной натурой. Это человек артистичный, несмотря на то, что он почти полный инвалид, но он позволяет себе шуточки еще и не такие. Несколько лет назад он объявил вечеринку для путешественников во времени. Он опубликовал приглашение на вечеринку путешественников во времени, но опубликовал это приглашение после того, как она должна была состояться. Предполагая, что когда он расставил, так сказать, там яства и угощения для путешественников во времени, им, путешественникам, все равно, когда прочитать это приглашение, до или после этого события. Поэтому ничего страшного, что он опубликовал это приглашение после. И вот в присутствии телекамер, в присутствии, значит, журналистов, они ждали, когда кто-то постучит в дверь. И если дверь откроется и войдет человек и скажет: «Здравствуйте, вы меня приглашали», то вот оно, так сказать, будет яркое доказательство того, что путешественники во времени существуют. Но никто не вошел в дверь, и разочарованный Стивен Хокинг, значит, опять же, не знаю, то ли это шутка гения, то ли действительно он поменял свою точку зрения. Вот отныне, так сказать, он себя позиционирует как противник. Но, что называется, слово из песни не выкинешь. Благодаря тому, что он в 96-м году перешел из лагеря противников в лагерь сторонников, после этого, после 96-го года, споры как-то так сами собой прекратились. И вот уже как 15 лет, с 96-го года, даже больше,
Считается, что спорить не надо, все споры можно сводить к тому, не можно это или нет, а как это сделать. Ну и бегло я покажу еще несколько книг, которые рекомендую для интересующихся этой тематикой. Они расположены в хронологическом порядке, это далеко не все книги. У меня на страничке там больше сотен я выложил, и, в общем, при желании вы можете, так сказать, с ними ознакомиться. Я не буду там все называть их все, в том числе и в хронологическом порядке, в том числе есть и мои книжки, вот книга «Машина времени», о которой мне Гайдучок говорил, что я ее, что он читал эту книжку, будучи ребенком, это говорил мне старик Гайдучок, который в три или в четыре раза был старше меня. Вот, я говорил, что я никаких книг не пишу и не собираюсь, но когда вот собрался, я решил про себя, что я ни за что не назову книгу так, как сказал Гайдучок. Ну и тем более это название, как бы, я считал, не этично с моей стороны. Есть книга «Машины времени» Герберта Уэллса, и делать ремейк этой книги научно-популярной, ну, я считал непростительным. Я ее назвал по-другому. Но тем не менее редактор издательства «Агентство печати новости» назвала ее вот волюнтаристски именно так, хотя не знала, так сказать, этого разговора. И так получилось, что вот эта книга такой, с таким названием все-таки вышла. Ну и, наверное, вот это краткое описание того, что я просто обязан сделать, что было, ну, я не хочу сказать до меня, но не только со мной. Значит, а вот теперь, собственно, я подошел к тому, сказав о том, что далеко не первым занялся исследованием этой тематики, эта тема интересует далеко не только меня, хотя, когда я пытался публиковать даже еще не книгу, а просто первые статьи о машине времени, мне это не удавалось, потому что во всех редакциях, ну, по крайней мере, куда я приходил, говорили, что фантастика – это не наш конек, идите, так сказать, там, где печатают фантастику. А когда говорил, что нет, это научно-популярно, говорили, этого быть не может. Как бы, вот есть, да, еще вот есть Андрей Макаревич. Вот это, вы про Макаревича? Нет. Ну, в общем, с большим трудом удалось там что-то напечатать, но сейчас, по крайней мере, об этом уже можно говорить совершенно спокойно. Я, наверное, вот сейчас говорю, надеясь на то, что мои слова не воспринимаются как фантастика. Значит, вот чтобы какая-то научная идея вышла из разряда, перешла из разряда «этого не может быть» в разряд «в этом что-то есть», чтобы потом последующим попасть под разряд, ну кто же этого не знает, вот мы сейчас находимся, как я считаю, где-то посредине этого пути, который проходят все научные идеи. То есть уже можно говорить о машине времени, что она, безусловно, ее, безусловно, создать можно, но большая часть ученых, то есть я кроме Стивена Хокинга, в общем-то, уже и не знаю, а остались ли какие-то скептики, которые по инерции говорят, что это быть не может. Это может себе позволить, не рискуя своим авторитетом, только Хокинг. Все остальные, так сказать, считают, что можно. Но априори считается, что для того, чтобы ее создать, нужно сделать настолько мощную какую-то вот энергетическую структуру. Ну, я так очень образно говорю, потому что вариантов много. В основном они так или иначе, эти варианты крутятся вокруг идеи создания искусственной черной дыры. Вот если у нас будет ручная искусственная черная дыра, то с ее помощью, ну, кто-то говорит, ею надо вращать, кто-то говорит, ее надо закрутить, вытянуть, превратить ее в червоточину. В общем, вариантов много, что называется, только лишь бы вот дали в руки эту черную дыру, и обязательно мы с ней попробуем. Но тема черной дыры, естественно, однозначно у людей, у физиков ассоциируется с очень огромными энергиями.
такими, которые, ну, сейчас, извините, в быту как-то вот не особенно легко достать. Вот, и поэтому, когда пару лет назад, помните, наконец приступили к экспериментам на швейцаро-французской границе, экспериментов с ускорителем большим адронным коллайдером, когда вот там, что называется, вот там эти энергии, ну, почти что там есть необходимые, для большой черной дыры их не хватало, но для маленькой, для очень маленькой, уже в принципе теоретически достаточно. И вот на этом фоне поднялась большая волна, много спорили, в основном паниковали, призывали немедленно ученых уничтожить это дьявольское создание и покаяться, потому что вы создадите черную дыру, говорили пессимисты, и, так сказать, весь мир погрузится в пучину. Вот, вы создадите конец света, ну, может быть, вы создадите новую вселенную, большой взрыв, но как бы нам от этого не легче. А оптимисты говорили, так это ж хорошо, что создадут черную дыру, заодно проверим теорию, не теорию, а практику создания машины времени. Ну вот эти несколько оптимистов, вот их голоса, так сказать, потонули в криках пессимистов. Вот, но в любом случае машина времени большинством физиков переносится куда-то в очень отдаленное будущее, когда нам станут подвластны большие энергии. Вот я смею утверждать, что, конечно, энергии это хорошо, еще лучше иметь высокие технологии. И сейчас я понимаю, что для полноценной машины времени нужны нанотехнологии. Но сидеть и ждать, когда появится и то, и другое, было бы непростительно. Поэтому эксперименты начали мы проводить еще в 80-е годы. Вот. Но прежде чем я хронологию этих экспериментов вам покажу в слайдах, я все-таки и здесь, уже не упоминая о теоретиках, мы им воздали должное в начале лекции, сейчас я все-таки скажу о предшественниках тех, кто, возможно, конечно, с тремя большими знаками вопроса, с тремя большими оговорками, что может быть, там, есть какая-то вероятность, пусть небольшая, но надо иметь в виду, что тема использования машины времени, так или иначе, уже в наших летописях засветилась не единожды. То есть вполне может быть, что та шутка, оброненная Стивеном, о том, что пришельцы из будущего должны быть, в общем, чуть ли не на каждом шагу, на самом деле, может быть, как в каждой шутке есть доля истины, не так уж далека от правды. Только, что называется, надо, на мой взгляд, не ждать их на званый обед. Больше им делать нечего, как приехать поговорить за жизнь, а искать их там, где происходят исторические события, то есть то, что их потенциально может привлечь. И в этом плане, что называется, у меня разбегаются глаза, потому что таких примеров в нашей истории просто не сосчитать. И, что называется, за большей частью этих примеров, их многие десятки, наверное, даже сотни, за большинством из этих примеров я отсылаю к своим книгам, где я их привожу и пытаюсь там расследовать, пытаюсь какие-то критерии достоверности вывести, то есть где-то, может быть, эти истории частично выдуманы, где-то они не подтверждаются, но многие заставляют задуматься, и в достоверность многих, как бы я, ну, по крайней мере, частично убежден. Вот среди таковых я могу выделить одного из из китайских императоров, правильно сказать, одного из первых китайских императоров. С него, зря я сказал, он просто первый. То есть с него и начинается китайская государственность. Это Хуанди, человек, который прилетел, согласно летописям, из-за семи пределов.
То есть, что такое предел перевести со старокитайского на современный русский, очень сложно, я не знаю аналога. Это не расстояние, это не мера длины пространственной, то есть это не 7 километров, это не 7 тысяч километров. Это нечто, что, так сказать, я не знаю, что. Из-за семи пределов он прилетел, принес с собой азы цивилизованности, азы техники, он многому научил древних китайцев. У него было 40 железных братьев Чию, которые выполняли за него всю черную работу, ну, то есть по-русски 40 роботов. Братья, железные братья-близнецы, вот так буквально, Чию. Ну и много-много других техницизмов я встречаю вот в описаниях возможностей этого императора. И среди возможностей этого императора, среди прочего, есть упоминание, что у него были треножники, на которых, которые не имели препятствий, на которых можно было перемещаться как в пространстве, так и, внимание, во времени. То есть не имели препятствий во времени. Что это означает, я как бы вот оставляю на ваше усмотрение. Это возможность заглянуть в будущее, просто вот как по одной из версий с помощью треножника заглядывал в будущее, там, обладающий способностью к прекогниции Нострадамус, или же это какое-то транспортное средство. Во время своего пребывания в Китае я искал этот треножник, ну или по крайней мере его изображение. Ну, я что-то вот похожее на треножник Хуанди я привез в Москву, но там есть две ручки, за которые можно влезть, если влезть внутрь этого треножника, который на трех лапах стоит, достаточно большая такая конструкция, там есть две ручки, за которые надо держаться, вот непонятно для чего, как бы можно было бы их назвать ручками управления, но, к сожалению, у меня не оригинал, так чтобы можно было эти ручки потрогать, а уменьшенная копия, к сожалению. Вот, поэтому до конца я уверенным быть не могу в том, что речь идет именно об этом треножнике применительно к устройству летающему или перемещающемуся во времени, но среди изображений этого императора и его слуг, как живых слуг, так и слуг металлических, есть и вот такое странное изображение, которое я давным-давно нашел, и вот цитирую во всех своих книгах, меня она потрясает техницизмами. Подпись к этому изображению, я имею в виду, конечно, левую часть, вот эту, на которую показываю мышкой, вот это и есть древнее изображение. Подпись к этому изображению оригинальная, что на ней изображена колесница, только не треножник, а именно колесница, небесная колесница Хуанди. Вот он якобы на ней летал. Мы видим какой-то такой яйцеобразный объект, стоящий на какой-то подставке или какой-то опоре. Вверху на штыре то ли светится что-то, то ли еще, значит, вот, какая-то штанга. И если присмотреться, для сравнения, здесь есть как минимум два четких изображения человека. Вот одно изображение человека, стоящего лицом к нам, видимо, так сказать, на переднем плане, это фрагмент какого-то другого изображения. Весь человек не вошел вот в эту картинку. Это фрагмент большого изображения, очень сильно пострадавшего от времени. И вот слева от него угадывается такое уже истлевшее, истертое временем изображение, силуэт другого человека. Вот в руках у этого человека какой-то вытянутый предмет, очень напоминающий мне молоточек, с которым железнодорожники обходят железнодорожные составы и стучат по колесам. Но вот я уж не знаю, так сказать, он стучит этим молоточком, или это вовсе не молоточек, а мне показалось. Но, тем не менее, вот ощущение, что это некое техническое регламентное обслуживание некого устройства, у меня есть. Вот есть и третий силуэт человека, но он, к сожалению, почти полностью утрачен
от времени, тут часть изображения очень сильно пострадала. А справа я изобразил один из проектов «Машины времени», как я его вижу. Но, естественно, я его намеренно поместил примерно в такой же ракурсе, как и изображение Хуанди. Ну, естественно, я сделал к этому устройству и штангу, торчащую вверх, хотя на самом деле она может, это не более чем, так сказать, мой каприз. Штанга нужна для того, чтобы измерять забортное время, но куда она должна торчать, вверх или вбок, как бы сказать, это на усмотрение проектанта, на усмотрение инженера. Ну, какая-то доля допущения, конечно, есть, и я не скрываю, что как бы вдохновлением, причиной для такого вдохновения, для этого проекта, конечно, было изображение Хуанди. Ну, вот это в другом виде то же самое. Есть изображения в Японии, очень странные. Вот не знаю, так сказать, как их трактовать, их достаточно много. Есть изображения популярные, есть те, которые вошли в литературу, но, к моему удивлению, я узнал, что таких изображений много. Это небольшие такие устройства, именно устройства, которые находили рыбаки. И эти устройства, фигуры вращения, вот были известны тем, что внутри них находился человек. Ну, вот рыбаков поразило, что из этого устройства выходила девушка там какая-то непонятной наружности, и поразило их, так сказать, своим видом. Но обратите внимание, девушка держит какую-то прямоугольную коробку. Ну, разумеется, как бы я не настаиваю на то, что все девушки, которые летают в машинах времени, должны обязательно носить с собой прямоугольные коробки. Но в порядке шутки, вот я нашел среди изображений, среди фотографий, которые мы делали во время своих экспериментов с машиной времени, это не постановочный кадр, это я задним числом нашел такую фотографию. Это одна из наших активисток, которая принимала участие в экспериментах. Я ее не просил вот с коробкой фотографироваться, подчеркиваю, меня самого позабавило такое совпадение, но в данном случае это не более чем совпадение. Естественно, японцы, если и писали, и рисовали, наверное, это была все-таки другая девушка, я так думаю. Это была не наша девушка. Значит, параллельно с исследованиями, с возможностью создания машины времени технической, мы много времени посвятили изучению некоторых аспектов, особенностей, феноменов времени. Очень много посвятили теме феномену неравновесного течения времени у человека, пребывающего в экстремальной стрессовой ситуации. Я сейчас практически дословно на память воспроизвел название научной работы, которую до меня проводили в разных НИИ, в том числе в основном связанных с авиацией и космонавтикой. Вот этот феномен был известен давно, но никому, по крайней мере, до нас не приходило в голову исследовать его приборным методом. То есть в основном исследовали этот феномен психологи. И надо сказать, психологи, авиационные медики этому феномену, неравномерному течению времени в экстремальных ситуациях у летчиков и космонавтов уделяли огромное внимание. По мнению врачей, выходили, так сказать, их труды на эту тему. Вот я цитирую, так сказать, выводы: около половины летных происшествий, около половины, подчеркиваю, в том числе около половины случаев гибели летчиков, связано с неправильным восприятием времени или с неравноместным течением времени у летчиков, занятых управлением.
То есть это феномен более чем, так сказать, востребованный, и изучали его и у нас в стране, и за рубежом на очень высоком уровне. Вот, задача была, задача изучения на приборном уровне, вот когда я подключился к этой тематике, сводилась к тому, чтобы с помощью хронометров, с помощью дублированных кварцевых генераторов, наложенных на тело человека, измерять скорость физического времени в моменты, в самые стрессовые и в самые смертельно опасные моменты. Вот таких рассказов людей, побывавших, ну, что называется, на пороге смерти, в основном, конечно, это люди, которые пережили автокатастрофы, ну, вот как на этой аллегорической картинке. Вот таких рассказов, наверное, вы сами слышали, ну, как минимум не один, может быть, читали. Кто не слышал, опять же, отсылаю к своим книгам, там я привожу документально записанные, то есть с людьми, которые мне это рассказывали лично, таких рассказов десятки. И среди этих рассказов есть такие, которые можно проверить, ну, хотя бы косвенно, задним числом, потому что люди описывали, не просто описывали увиденное, а что они описывали правильно те процессы, которые можно увидеть только с помощью скоростной видеозаписи. То есть, например, то, как происходит взрыв снаряда. Казалось бы, разрыв гранаты или артиллерийского снаряда происходит вот даже не в мгновение ока, а гораздо быстрее. И на кадрах, ну, там, в художественных фильмах или документальных, это вообще, так сказать, происходит просто мгновенно. И человек не видит падающий снаряд. Просто, так сказать, свист какой-то и вспышка, и разлет осколков. Все. И вдруг, когда несколько, как минимум, человек, а это я говорю именно несколько, потому что их на самом деле гораздо больше, рассказывают о том, как они видят во всех красках, вот как этот снаряд падает в грязь, как по нему бегут огненные трещины, как он постепенно разваливается на отдельные осколки. Все то же самое, подчеркиваю, что можно увидеть только во время скоростной съемки. То есть увидеть это воображение очень сложно. Тем не менее, я понимаю, и это тоже, и многие другие доказательства, это тоже косвенное совпадение, косвенное подтверждение. А вот прямым подтверждением было бы прямые измерения времени на теле у этих людей. Я не буду, наверное, очень долго описывать эти эксперименты. Проводились они разными способами. В том числе проводились на центрифуге в Институте авиационной космической медицины, когда испытуемых доводили до 9G. И в это все время, так сказать, датчики постоянно отслеживали их показатели физического, подчеркиваю, не их субъективного ощущения. Конечно, мы все понимаем, что когда человеку тяжело, там кажется, что время тянется. Не об этом речь. Речь шла о том, насколько физическое время, то есть, вот я утрирую, насколько ваши часы, если они идут, конечно, точно, зафиксируют то, что вы попали в смертельно опасную ситуацию. То есть, если правы рассказы людей, которые говорят о том, что время остановилось или очень сильно замедлилось, и благодаря этому замедленному кино человек сумел выйти сухим из воды, там, например, выполнить массу, десятки операций в кабине самолета и благодаря этому спасти самолет, или поднять какой-то очень тяжелый груз, который человек физически не может поднять. И вот эти феномены, кстати, с тяжелым грузом, медики
как бы так снисходительно объясняют тем, что у человека в крови просто образуется мощный выплеск адреналина, и благодаря этому, так сказать, он творит чудеса. Но есть множество случаев, когда люди такие нагрузки выжимали, там, поднимали грузовики и другие тяжелые предметы, что я считаю, что не только вот объяснение с этим адреналином не только, так сказать, близко к истине не лежит. Я смею утверждать, что, по крайней мере, в ряде случаев эти люди, а иногда это вовсе не спортсмены, а там бабушки или подростки, я смею утверждать, что никакое искусственное накачивание их наркотиками или адреналином не приведет даже, так сказать, к десятой доле результата, который они делают. А если приведет, не дай бог, то от этого напряжения у них просто лопнут кости. Потому что поднять автомобиль, вообще вес автомобиля не выдержит, выдержит не каждый скелет. Для этого нужно обладать очень мощным скелетом. Вот, но тем не менее, так, кстати, и это, и еще раз оговорюсь, все-таки косвенные данные, а прямые данные, съем физических параметров, конкретно скорости физического времени, то есть насколько быстро время возле человека идет по сравнению с фоновым временем. Вот эта вот разница во времени, может быть, я буду разными терминами пользоваться, и поэтому заранее говорю, что говоря о скорости физического времени или о плотности времени, фактически я говорю об одном и том же. Т, деленное на Т, это с физической точки зрения, это скорость. Все, что мы делим на Т, это скорость каких-то процессов в единицу времени. То есть это скорость времени в единицу эталонного времени. Но Т, деленное на Т, или Т, измеряемое, деленное на Т, эталонное, это другое физическое понятие, это плотность. И тот, и другой термин вполне правомочный, и, может быть, вот говоря о физике времени, вы тоже согласитесь потом, что плотность времени – это вполне правомочный физический термин. Так вот, одно направление экспериментов было с измерением скорости времени у людей на центрифугах, а второе – здесь, в парке Горького, измерение скорости времени на датчиках, прикрепленных к человеку, который прыгал с тарзанки. Вот тогда только-только появился такой резиновый жгут, сейчас его уже нет в парке, но они есть там в других каких-то местах. В Москве сейчас не знаю, где можно прыгнуть с резиновым жгутом, прикрепленным к ногам. Но периодически я вижу, там в разных других местах такое встречается. Вот недавно во Владивостоке такой аттракцион закончился трагической смертью девушки. Там не рассчитали длину шнура. То есть и то, и другое. То есть и передвижение в центрифуге с большими ускорениями, и прыжки вниз головой с высоты там 30-40 метров. Я должен вам сказать, и то, и другое, стресс как бы по 10-бальной шкале, это на девятку или на десятку, это вне всякого сомнения сильнейший стресс. Но это, наверное, максимум, что мы могли добиться в экспериментах, которые ставятся нормальным научным методом, потому что в любом эксперименте, если вы проводили эксперименты не над животными, а над людьми, то вы, наверное, знаете, что перед экспериментом вы должны взять от испытуемого расписку, что он предупрежден о том, что с ним будут делать. А вот это, так сказать, уже резко портило нам чистоту эксперимента, потому что фактически, так перефразируя, мы должны были заставить человека испытуемого расписаться
на бумажке, где было бы написано, что его собираются напугать, ввести в смертельно опасную ситуацию, так, чтобы он по-серьезному испугался. Ну, кто же после этого, так сказать, по-серьезному испугается? Да, стресс испытывали, но что происходит, какой выброс, какой энергии или чего-то, что влияет на физическое время, то есть, подчеркиваю, нам нужно было не просто хихоньки, так сказать, устроить аттракцион развлекалово для скучающих людей. Нет, нам нужно было ввести этих людей, хотя искусственно это сделать сложно, нам нужно было ввести людей не просто в стрессовую, а смертельно стрессовую ситуацию. То есть такой, когда человек, даже предупрежденный, даже понимающий где-то там глубоко в подкорке, что ничего плохого с ним не случится, что если, не дай бог, он погибнет, то там под суд пойдет не один человек из экспериментаторов, но в любом случае человек должен был испугаться. И вот эта вот научная чистота эксперимента, конечно, до конца, я говорю откровенно, до конца в наших экспериментах достигнута не была. То есть стресс получался очень даже неплохой, но не смертельный. Вот поэтому я, как бы сказать, считаю, что эти эксперименты не закончены, хотя свой итог они имели, безусловно. И в частности, вот благодаря этим экспериментам я понял, что не все так просто. То есть вот то примитивное представление, которое было до этих экспериментов, что обычно человек пребывает в обычном эталонном времени, ну вот как мы сейчас с вами так сказать, расслабленно говорим, и мы все с вами находимся в одном времени, которое я называю плюс единица. Плюс, потому что мы с вами хоть и сидим, но путешествуем из прошлого в будущее с нормальной эталонной земной скоростью времени. Плюс единица. Ну и раньше я считал, что в стрессовой ситуации эта скорость просто резко увеличивается, внутренняя скорость человека. И за ту секунду, пока длится там какая-то авиакатастрофа или автокатастрофа, человек может переживать там несколько секунд в секунду, или там минуту, или там десятки секунд. То есть, иными словами, я представлял себе этот график как просто резкое увеличение, вот всплеск увеличения скорости. Оказалось, что это правдиво только примерно в четверти случаев. Вот сначала я воспринимал это как ошибку, ну, как поражение, как то, что теория и представление полностью или на три четверти рушится. Но постепенно вот пришло осознание, что на самом деле это вот эти разные четыре типа реакции человека на стрессовую ситуацию, на самом деле они действительно очень прагматичны, и природа, что называется, сделала это все для нас очень здорово, потому что у кого-то действительно происходит резкое увеличение скорости, у кого-то наоборот резкое замедление, и вот эта вот разница очень здорово, как оказалось, зависела от сценария поведения человека, то есть от того сценария выживания, который выбирал организм. То есть некоторые организмы, извините за такое сравнение, выбирали активное сопротивление смерти, и для них было важно ускорить свою физическую скорость времени. Некоторые, ну вы знаете, наверное, из практики, в смертельной ситуации некоторые люди там сжимаются, впадают в ступор. Это тоже, так сказать, реакция организма, тоже, так сказать, имеет шанс на выживание. В некоторых случаях активные люди, то есть люди, активно борющиеся за выживание, тоже внутри себя ощущали не ускорение времени, а замедление. И отчасти это вот непредсказуемая реакция, непредсказуемая для меня, неожидаемая для меня реакция, я ее сравниваю с тем, что перед
перед непосредственно, в случае, если перед смертельно опасным мгновением остаются еще какие-то секунды, то есть когда человек ощущает, что смерть у него может возникнуть не вот в данный момент, здесь и сейчас, а что он приближается к ней, к неминуемой, так сказать, смерти, ну там, например, случай, пока он летит, как бы ему ничего не грозит, и человеку грозит только момент соприкосновения с землей. Но до этого момента он еще будет, в зависимости от высоты, ну в нашем случае это почти 2 секунды свободного полета. И вот эти 2 секунды, естественно, не имеет смысла организму зря расходовать вот эти вот свои способности. Гораздо лучше, так сказать, включить этот механизм в обратный ход. Ну, аналогию приведу, если есть возможность у человека некую пружину использовать в качестве там, защиты от столкновения, то если у вас есть возможность эту пружину растянуть перед тем, как пружина столкнется с препятствием, конечно, растягивайте ее. Это потом, когда наконец вы коснетесь препятствия, так сказать, пружина начнет сжиматься. Но в этом случае, если вы подготовились к столкновению, реакция будет гораздо лучше, чем если этот механизм включается в неподготовленном виде. То есть, иными словами, вот выяснилось сейчас, по крайней мере, мы знаем, что таких реакций много, ну, как минимум 4 я насчитал, может быть их больше, но я не знаю. Значит, но в любом случае, вот эта тема исследования взаимосвязи человеческого организма неких вот пока неизвестных нам человеческих способностей и физического времени, это, наверное, тема отдельного разговора, но в какой-то степени эта работа велась параллельно, и она обязана была состояться, поскольку в дальнейшем, используя технику, технические устройства, то, что мы называем машиной времени, используя ее в пилотируемом режиме, то есть не в беспилотном, а в пилотируемом, мы непременно бы столкнулись вот с самыми различными феноменами взаимодействия человека, пилота или пассажира с изменяющимся временем. И разобраться, где было воздействие на человека аппарата, аппаратное воздействие, а где его собственное отклик организма, нам было бы изначально чрезвычайно сложно, если не сказать просто невозможно. Поэтому в какой-то степени вот эта работа, ну, с одной стороны, она полезна и для общего представления вообще о наших собственных возможностях, о наших собственных резервах, о которых мы далеко не все даже подозреваем. А если кто-то и сталкивается с этими резервами, воспринимает их просто, ну, кто-то как какую-то божественную помощь, кто-то как помощь ангелов-хранителей, а кто просто как мистику или какое-то там секундное помешательство. Одним словом, рассказов много про это, но осознание, что же там, так сказать, происходит в человеческом организме, и кто ответственен за это событие, и что за орган в человеческом организме ответственен за время, вот этот орган управления временем, условно, конечно, орган ОУВ, вот мы долгие годы искали этот орган, ну и, в общем, позвольте, так сказать, на этом моменте остановиться, потому что это очень долгая история. Следующее очень важное направление, которое велось параллельно с разработкой машин времени, это было изучение техногенных НЛО. Ну, наверное, знаете, большинство знают меня и Космопоиск как организацию, которая изучает НЛО. Ну, наверное, просто потому, что эта тема как бы на слуху, она востребована и как бы по-своему интересна. Но, тем не менее, так сказать, я возвращаю романтиков от уфологии к приземленным вещам.
и говорю, что одно из прикладных значений этого изучения, может быть, одно из самых важных и одно из самых насущных, это изучение техногенных НЛО, прямое изучение, приборное изучение. Естественно, цель она прозрачна и понятна. С целью понять, как устроены они, как летают они, за счет чего, с тем, чтобы научиться делать что-то подобное самим. Значит, вот что касается прямых измерений, разумеется, вы понимаете, сделать это очень сложно, поскольку речь идет о быстро протекающих процессах. Обычно мы эти процессы изучаем постфактум, и, хотя, так сказать, в мечтах есть, конечно, есть большое желание, чтобы вот они где-то там вот на выходе отсюда сели и позволили мне съездить за приборами, постояли, подождали бы, пока мы вернемся, так сказать, и мы быстренько, часа так за 2-3, мы их измерим, отснимем со всех сторон. Вот такого, так сказать, возможности у нас не было. И все наши измерения либо касаются случаев, когда там случайные пролеты, и когда случайные пролеты происходят над какими-то техническими устройствами человека, ну, обычно это самые распространенные, это автомобильные двигатели, которые глохнут, это радиостанции, это там телефоны и прочие электрические и радио и так далее и тому подобное. И вот по косвенным данным мы можем, конечно, судить, какого рода излучение, какого рода частота там и так далее. Но среди прочего, вот что я очень ценю, прямые измерения можно провести на местах посадок НЛО. Вот то, что вы сейчас видите перед своими глазами, это одно из мест посадок. Таковых за все годы, хотя случаев вроде бы наблюдения НЛО, ну просто вот не сосчитать. Там, в день приходит мне минимум там, 30, а бывает и 100, и 200, и больше сообщений об НЛО. Но как бы, качество их и ценность научная, сами понимаете, какая бывает. Вот за все годы, то есть почти за 30 лет, мне довелось видеть и измерять около 30, ну может быть максимум там, около 50 мест посадок, предполагаемых мест посадок НЛО. Мы их пытались измерять разными способами, в том числе и хронометрами. И вот то, что вы видите перед собой, это один из таких ярких примеров. Я поясню, так сказать, что есть что. Вот это очертания, видимые очертания некого, так сказать, аппарата, который придавливал траву и растительность. Вот эти пять, ну, пользуясь тем, что я все-таки по специальности инженер по летательным аппаратам, это, видимо, это, кстати, я трактую как опоры, только вот обычно на наших летательных аппаратах обычно 3 опоры, ну, бывает 4, а здесь почему-то вот как пятое колесо у телеги, центральная опора есть, причем по размерам, ну, почти такая же, как и 4 других. Две задние, хотя, так сказать, кто сказал, что это задние? Это я решил, что это задние. Хотя это может быть и передние опоры. Вот немножко изогнутые, две, так сказать, противоположные прямые, центральная тоже такая же. По глубине вдавленности можно рассчитать массу этого аппарата. Она очень небольшая, почва там была достаточно мягкой. Глубина продавливания 5 сантиметров. Вот это то, что было видно визуально, а приборами, кварцевыми генераторы оказалось, что на границе видимого очертания вот этой вот конструкции мы наблюдали резкое замедление времени и внутри следа, как я интерпретирую это, я считаю, что это остаточное воздействие, некое наведенное воздействие, которая остается после вот, мощного, видимо, воздействия аппарата. То есть сел аппарат, у этого аппарата вокруг него или вниз идет какое-то мощнейшее излучение, природу которого, так сказать, мы пока не будем трогать. Видимо, так сказать, оно связано с замедлением времени.
Затем, я думаю, что это используется для создания тяги на аппарате, хотя, может быть, мы сейчас говорим как раз о машине времени, может быть, это как раз те самые путешественники, которых напрасно ждал Стивен Хокинг себе в гости, они прилетели по своим делам, садятся, как правило, они в достаточно безлюдных местах, я не видел, только слышал о том, что они садятся там, в том числе и в Москве, но это, так сказать, вот ни одного измерения, ни одного места такого подвергнутого измерению в черте Москвы. Я, к сожалению, вот такой возможности у меня не было, просто не нашли. Хотя вот такие слухи, так сказать, были. Вот в Леонозово была посадка, где-то в теплом стане, но я не знаю, так сказать, я знаю о них плюс-минус там 100 метров. А вот в безлюдных местах они сохраняются хорошо и, так сказать, и доступны для измерений. Это один пример. Вот пример, который как бы мы изучаем многие годы, поскольку он виден визуально до сих пор. Это пример на Медвежьей гряде. Вот как он выглядит визуально в разные годы. Это фотографии разных лет. Сейчас. Там первая фотография, когда он сел по-свежему, это было еще этот след был еще примят, внутри следа было все вдавлено в почву. Вот то, что вы видите поле, это не трава, это высокая кукуруза была, это кукурузное поле, то есть это травинки высотой там выше человеческого роста. Вот, но обычно места посадок зарастают, там, на следующий год уже приезжаешь, их визуально не видно. Но, к своему удивлению, когда приехал через 5 лет, оказалось, что след виден по-прежнему. И я стал выяснять, а что же произошло, что за чудо случилось. А чудо оказалось, что это поле сельскохозяйственное, естественно, его пахали каждый год. И этот островок, вот вдавленный треугольный след, его тоже хотели запахать, но когда трактор заезжал, он глох на этом островке. Раз попробовал, так сказать, тракторист, ткнулся, ну, может быть, он не понял, что случилось, вытащили трактор, завелся, по новой, так сказать, пошли пахать. Опять, ну, наконец там с какого-то, со второго или с третьего раза дошло, и чтобы, дабы не останавливать вот, сельхозработы, этот треугольный след просто опахали со всех сторон, такой треугольник, заграждение сделали, и стали пользоваться полем, всем остальным полем, кроме этого треугольника. А оно, этот треугольник очень быстро зарос, и сначала трава, конечно, там пошла дико в рост, а потом стал зарастать кустами и деревьями. И сейчас, вот эта фотография 2009 года, и сейчас этот треугольник прекрасно, так сказать, виден визуально, он виден из космоса. Сейчас мы пробовали, заезжали туда, в этот треугольник на автомобиле, уже такого воздействия нет, ну, видимо, оно, так сказать, падает со временем, нивелируется, и можно на автомобиле ездить. И если бы местные жители захотели, они бы его запахали. Но для этого уже надо, время ушло, для этого надо выкорчевывать деревья. Поэтому, видимо, это не особенно нужно, поэтому... Ну, а я, в общем-то, и не против, пускай это место остается. Вот так оно выглядит, это место на космическом снимке. Вот раньше это был треугольник, более, так сказать, похожий на треугольник, но так уже углы у него подтачивают каждый год этими тракторами. И каждый год он все более и более приобретает вид такой полутреугольник, полуовал. Это космический снимок, но... Приглядитесь, чуть-чуть дальше, на том же поле, точно такое же треугольно-овальное пятно, здесь не вошел в кадр, а там дальше, на таком же расстоянии, еще одно. И вот когда, так сказать, я это вдруг осознал, что одно на другого похоже, я думаю, что, скорее всего, на одном поле просто в разные годы садился, скорее всего, один и тот же аппарат. Вот он, вот очертания, первоначальные очертания этого аппарата. Вы визуально запомните вот такую, так сказать, треугольную некую конструкцию,
для интересующихся скажу размеры 80 на 80 на 50 метров. Очень неплохие, я должен вам заметить, размеры, вполне сопоставимы с самыми большими авиалайнерами, вот, которые есть сейчас у нас в гражданском флоте, только с одной оговоркой. Весит этот аппарат весит примерно в два раза меньше, чем аналогичный по размерам Boeing. То есть все-таки можно порадоваться за инженеров и за создателя этих аппаратов, потому что явно у них, так сказать, есть возможность пользоваться материалами более легкими, более конструктивными, конструкционными материалами более легкими. Вот, здесь я изобразил несколько вариантов вот, следов воздействия на почву, которые можно, эти варианты можно заметить и измерить с помощью хронометра, с помощью часов. То есть, так сказать, это суммированное такое вот представление, которое на самом деле дает понять, что вариантов воздействия на почву достаточно много. То есть они не всегда однозначны. Да, кстати говоря, о предыдущем варианте я не упомянул о том, что внутри этого треугольного следа тоже наблюдалось замедление времени. То есть мы это приборным методом чувствовали. И, видимо, когда оно было большим, видимо, в первые годы после посадки, это воздействие было достаточно большим, чтобы глохли моторы, карбюраторные моторы. Дизельные моторы не глохли. Вот внутри этого следа было замедление времени, а снаружи сразу такой резкий перепад значений на границе следа, а снаружи было увеличение скорости времени. Правда, вот по модулю значительно меньше, чем внутри. Вот это достаточно такая типичная, что ли, картина воздействия на время, остаточный след на местах посадок. Но тем не менее, помимо типичной картины, вот были самые различные такие интерферационные картинки, где были и кольца, и какие-то там другие фигуры. Я это оцениваю, вернее, пытаюсь, конечно, как-то осмыслить вот эту шараду, и думаю, что, скорее всего, это было связано с тем, что за время посадки эти аппараты, воздействующие на физику времени, на скорость времени, и к слову сказать, я вовсе не считаю, что все они являются машинами времени. Да, на время можно и нужно воздействовать для полета в пространстве. Это воздействие облегчает и управление, и перемещение в пространстве. Ну, это, как бы сказать, аксиома. Но говоря о том, какие способы воздействия на время мы выбирали для своих экспериментах, я говорил, что есть, ну, как минимум 7 таких способов, но далеко не все из них можно использовать, ну, по крайней мере, сейчас можно использовать. Ну, классический способ воздействия на время, описан еще господином Эйнштейном. Правда, вот я сейчас другими словами его интерпретирую. Там поклонники Эйнштейна, наверное, затопают ногами. Вроде бы он не писал об этом. На самом деле писал. Просто, так сказать, он об этом писал не применительно к путешествиям во времени, а скорее как побочное следствие там, каких-то свойств пространства времени. Побочное следствие при межзвездных перелетах. Вот если кто-то будет передвигаться с большой скоростью, то этот кто-то, ну, понятно, я сейчас намекаю на эффект близнецов или на парадокс близнецов, вот, который сейчас на иллюстрации представлен, вот этот кто-то будет стареть быстрее. То есть у этого кого-то, кто перемещается быстрее, тот и воздействует на время. Это я уже своими словами
говорю. То есть можно представить себе такую вот гипотетически, конечно, машину времени, правда, пока что одностороннюю. То есть если вы хотите быстро попасть в будущее, нет ничего проще, и это абсолютно не противоречит никаким знаниям классической науки, ну, по крайней мере, использующей специальную теорию относительности. А у нас тот, кто ее отрицает, считается лжеученым. Так вот, если вы не отрицаете теорию относительности, я говорю, что с помощью этой теории и с помощью околосветового звездолета можно превратить этот самый околосветовой звездолет в машину времени. Правда, подчеркиваю еще раз, согласно теории, в одну сторону. То есть вы можете переместиться в будущее, затратив, так сказать, там, некоторое время на полет с большой скоростью, вы вернетесь на Землю и окажется, что вы перенеслись в будущее. Причем там разные примеры приводятся, да, на любое будущее, хоть на миллион лет вперед. Вот. Есть разные способы воздействия на время. Вот среди самых распространенных и самых часто экранизируемых способов перемещения во времени есть способ, который описывал все тот же Козырев, это вращение больших масс, большого тела. Если вы вращаете тело достаточно быстро, то внутри этого тела образуется область, вот конкретно рядом с осью вращения этого тела, скорость будет замедляться. Естественно, обратно пропорционально скорости вращения. Вот такие машины времени, такие вращающиеся юлы, то есть юла вращающаяся, вы, наверное, часто видели в каких-то фантастических фильмах, в мультфильмах. Там Скрудж Макдак и Зигзаг Макряк вот в такой машине времени там, с успехом путешествовали. Ну, выглядит, еще раз подтверждаю, да, это красиво. И мало того, это научно, ну, по крайней мере, до поры до времени. То есть, иными словами, да, действительно, при больших скоростях есть эффект замедления времени. Точно так же, я осторожно скажу, вне вращающегося тела, снаружи, эффект обратный, правда, он по модулю значительно меньше, но внутри этого вращающегося кокона или юлы, так сказать, машины времени, быстро вращающейся, действительно можно очень быстро, так сказать, очень гарантированно перенестись во времени. Ну, в мультфильмах это делается легко, но на практике мы отказались от этого хорошего и, казалось бы, научного способа, потому что, к сожалению, скорости для этого нужны настолько чудовищно большие, что даже для фиксации какого-то небольшого вот первоначального изменения нам нужны уже скорости, близкие к критическим. То есть, иными словами, прочность материалов, требуемых для такого вращающегося тела, просто запредельная. У нас на Земле таких материалов просто нет. И поэтому, ну, у этого метода есть еще масса других минусов, как я считаю. В частности, что этот метод, поскольку вращающееся тело обладает не только массой, но и инерцией, то есть остановить его очень само по себе, как бы, сложное дело. То есть управлять, резко менять, ускорять, замедлять вот этот полет во времени – задача сама по себе сложная. И поэтому изначально на изначальном этапе от этого способа отказались, тем более, что есть вполне себе другой метод. Если вращать физические тела очень сложно, с большими скоростями конкретно, то вращать электромагнитные поля можно с любыми скоростями, в том числе и со сверхсветовыми. Здесь нет никакого парадокса, потому что мы вращаем не физическое тело и даже не отдельные частицы, мы изменяем можем изменять электромагнитные поля на какой-то поверхности с любой скоростью, ну, просто чередуя включение-выключение электромагнитов на этой поверхности. То есть, в принципе, этот способ воздействия
на электромагнитные поля, воздействие на время посредством электромагнитных полей, вот я и считаю наиболее перспективным и, возможно, подчеркиваю, ну, конечно, с оговоркой, возможно, перспективным. По крайней мере, это то, что мы можем использовать здесь и сейчас. Значит, с помощью электромагнитных полей мы можем совершать массу, так сказать, чудес, в том числе создавать так называемые сходящиеся электромагнитные поля. Значит, на популярном уровне объясняю, что это значит. То есть основной принцип воздействия на время посредством вот наших установок. Первое, что они могут вращать электромагнитные поля с любой скоростью. И второе, что они могут создавать сходящиеся электромагнитные поля и, как следствие, создавать так называемый квазимонополь. Два последних понятия, то есть сходящиеся электромагнитные поля и монополь, магнитный монополь, то есть это один магнитный полюс, который в природе не, как бы не существует, так же как и сходящиеся поля. Вот эти два понятия у физиков-теоретиков ассоциируются с возможностью воздействия на время. То есть тот, кто научится делать монополь или создавать монополь, или там зарканивают его где-то, пытаются его детекторами там, в верхних слоях атмосферы как-то вот вычислить, предполагая, что может быть на Земле они не встречаются, может быть в космосе путешествуют отдельные монополи. Не путайте с монополией. Вот поиски этих диких монополий и попытки создать эти монополии, они, так сказать, не прекращались, но для создания наших монополий мы идем по достаточно, может быть, оригинальному, ну, по крайней мере, до нас не встречающимся способу. Значит, как это делается? На простом, достаточно доходчивом уровне рассказываю. В природе мы все с вами наблюдаем только расходящиеся волны. Только, ну, как, или как частный случай расходящихся волн, или плоские волны. Значит, вот здесь я такой примитивный пример привожу, что такое расходящиеся волны. Они на самом деле везде и всюду. Вот сейчас я с вами вам рассказываю. Я создаю акустические волны, и эти волны от меня расходятся во все стороны, вверх и вверх, и вниз тоже. И по мере удаления от меня эти расходящиеся волны теряют свою энергию. И вот здесь меня слышно хорошо, а там в задних рядах уже меньше. Но очень сложно, так сказать, представить, чтобы где-то вдруг создавались сходящиеся волны, чтобы я сидел на этом месте, и вот сюда, в эту точку сходились эти волны. Хотя искусственно, вот такие там параболические антенны, конечно, это создать можно с акустическими волнами. А как с электромагнитными? Вот с электромагнитными сходящихся полей создать сложно, но тем не менее, вот опираясь на эту аналогию, вот бросая камень в воду или просто там шевеля эту воду, вот в данном случае пальчиком, мы создаем такие красивые, ровные, расходящиеся сферические волны. Как бы создать сходящуюся волну, которая бы, сферическая волна, сходилась в эту точку? Как не пытайтесь, так сказать, вот без технической хитрости это сделать сложно. Ну, в природе считается, я подчеркиваю, я сейчас цитирую учебники и популярные книги о физике, которые гласят, что сходящиеся волны не существуют вообще, то есть вообще без каких-либо примеров, без исключений. Вот в качестве исключения говорят, что есть плоские волны, но это те же самые расходящиеся, просто на большом расстоянии. Вот они, пока не на маленьком расстоянии, они сферические. Когда они уйдут достаточно далеко, вот этой их сферичностью можно пренебречь, и на большом расстоянии они становятся плоскими. Но это не исключение. Вот в физике почему-то до сих пор не встречается никаких примеров.
Хотя на самом деле я их нашел, и по крайней мере два из них на примере воды я вам демонстрирую. Вы согласитесь, что так оно и есть. Во-первых, можно создавать сходящуюся волну, если возмущать воду, двигаясь по окружности. Вот в данном случае моторка с бешеной скоростью нарезает круги в районе утреша. И волны от этой самой моторки, естественно, расходятся в обе стороны, и вправо, и влево. И, естественно, та волна, вот в данном случае правая волна, которая пошла от правого борта к берегу, это расходящаяся волна, и мы ее увидим. Она придет к берегу, это будет волна нормальная. Но та волна, которая в данный момент левая, начнет сходиться внутрь этой окружности. И тот, кто будет, вот если там какой-то пловец, лаборант, там будет плавать, он вдруг осознает, что сходящаяся волна, приходя в центр, ведет себя как сходящаяся. И, конечно, внутри будет какая-то интерференция. Но, правда, эта волна, она сходящаяся, но она неровная. Ну, понятно, что для ровной волны нам нужно, чтобы катер носился с околосветовой скоростью. Тогда будет все совсем по-честному. Но у нас есть замечательный другой пример. Если мы одновременно воздействуем на воду сразу по всей окружности, вот тогда будет абсолютно точно ровная сходящаяся волна. Для этого достаточно бросить обруч на воду, так чтобы он лег плашмя. Если он ложится на воду плашмя, дельфины научились это делать, до них дошло гораздо раньше, чем до людей. Вот, если обруч ложится плашмя, снаружи от обруча во все стороны расходится нормальная расходящаяся волна, а внутрь идет сходящаяся. Правда, с оговоркой, вот эта сходящаяся волна, так сказать, обращенная против, условно, против хода обычного времени, к сожалению, существует очень короткое время. То есть ровно столько, сколько понадобится ей, чтобы от края дойти до центра. Но мы не глупее дельфинов, и мы догадались, что если подпускать эти волны пульсирующими, если сделать эти волны порционными, то есть если сделать излучение пульсирующим, то как только, так сказать, волна номер один доходит до центра и там гасится или там возникает какая-то интерференция, то есть дальше эта волна уже как сходящаяся не работает, вот в этот момент или чуть раньше мы пускаем волну номер два, номер три и так далее, так чтобы наша установка работала, так сказать, постоянно. Вот это в данном случае я привел пример того, как вопреки представлениям физиков о том, что исключений быть не может, эти исключения буквально перед нашими глазами, надо только посмотреть. Но как же быть в случае, если мы имеем дело не с водой, то есть не с плоским, не с двухмерным предметом, не с двухмерной плоскостью. Вот в данном случае я нарисовал некие излучатели, некие, которые так же, как вот мои примеры, работали бы, ну, как бы сказать, допустим, с теми же электромагнитными полями. Ну, неважно, с какими излучениями. Если представить себе некие излучатели, находящиеся на окружности, мы пока говорим о двухмерной плоскости, то если включать эти излучатели последовательно, ну, сначала 1, 2, 3 и так далее, то мы получим вот некий аналог того, что вы видите на снимке, некая сходящаяся волна, правда, вот центр этой сходящейся волны, он будет достаточно сильно гулять внутри окружности. Это один вариант. И второй вариант, вот как с мудрой подсказкой дельфинов, если это воздействие делать одновременно для всех излучателей, которые находятся на одной окружности, если эти все излучатели, находящиеся на окружности, будут работать синхронно, то создаваемая ими суперпозиция полей, то есть сумма всех полей, будет представлять из себя два фронта волны. Один нормальный, в кавычках,
классические, движущиеся в нормальном времени, расходящиеся во все стороны, и второй ненормальный, кстати, движущийся против скорости, против обычных правил. То есть та самая сходящаяся волна. Но вы скажете, а как же с трехмерными делами, товарищи? И все то же самое, только излучатели мы должны располагать не на двумерном обруче, лежащем на двумерной плоскости, а на трехмерном обруче, лежащем в трехмерном пространстве. Ну, трехмерный обруч, извините, это в простонародье именуется шаром. Вот мы, основное, так сказать, генеральное, я бы сказал, такая основная идея создания машины времени, это расположение излучателей электромагнитных соленоидов на сферических поверхностях, то есть на неких, так, извините за, может быть, некий такой поэтический слог, расположенных на трехмерном обруче, наброшенных на трехмерное пространство. Ну, по-русски выражаясь, расположенных на окружностях. Вот если мы будем включать наши электромагнитные соленоиды, излучатели на этой трехмерной сфере, я надеюсь, понятно, что слева разрез этой сферы, справа ее внешний вид. Если мы будем включать последовательно, так же, как в случае номер один, мы получим один вариант волны. Если мы будем включать так же, как вот с подсказкой от дельфинов, мы получим уже вариант более легко просчитываемый, более прогнозируемый и более понятный, ну, по крайней мере, вот с инженерной точки зрения. Я, как человек, конструировавший ракеты, понимаю, что в любом транспортном средстве должен быть отсек полезной нагрузки. И вот этот самый отсек полезной нагрузки в машине времени, конечно, должен находиться внутри, то есть по центру оси, вот где-то здесь. Вот, но это еще не все. Если вот второй вариант, первый вариант был для двухмерного некого, так сказать, условно, некая двухмерная машина в двухмерном мире. Второй вариант – трехмерная машина в трехмерном мире. Но вот забегая вперед, скажу, со временем не все так просто. И вовсе, так сказать, не обязательно, что вы, воздействуя на время, улетите именно, будете воздействовать именно на одно измерение, на нужное вам измерение времени. Нужно как-то... Время не одномерно, время как минимум трехмерно. И чтобы вот пилотировать, как-то выбирать маршрут, чего, конечно, честно скажу, я пока не умею, но я допускаю, что когда, наконец, от нас потребуется, от навигаторов, от штурманов прокладывать маршрут в трехмерном времени, понадобится и какие-то, совершать какие-то маневры. И вот для этого нужно будет, нужно будет управление этим аппаратом в четырехмерном пространстве. В четырехмерном пространстве времени. И вот для этого я, конечно, заранее не знаю, до этого еще просто технически, так сказать, мы не дошли, но допускаю, что, скорее всего, технически это можно реализовать путем вот комбинирования там нескольких установок, находящихся на разном расстоянии друг от друга. И вот как бы не хочу сказать, что это полностью моя идея, поскольку вот именно такие НЛО, по крайней мере, вот в отношении трехзвездников, именно такие НЛО мы, собственно, и наблюдали. Вот эти аппараты, вот эти, фактически и есть, так сказать, прямое подтверждение или, может быть, прямой пример тому, что мы, о чем я сейчас говорю. Было сделано несколько установок. Я тезисно их пробегу, может быть, останавливаться на каждой и рассказывать ее замечательные тактико-технические характеристики не имеет смысла, поскольку они не продаются в автосалонах, и вот чем отличается одна модель от другой, чем она комфортнее от предыдущей,
и чем оснащена. Конечно, очень интересно, но, наверное, это требует отдельной темы для разговора. Значит, таких моделей было много, более десятка. Значит, некоторые были доведены до серии экспериментов, некоторые не дошли, некоторые послужили сами образцами для следующих установок. Некоторые испытывались на малых мощностях. Да, это защитный костюм был, так сказать, придуман из металлизированной ткани. Он есть до сих пор. И до сих пор, так сказать, его можно использовать. Правда, так сказать, он немножко усох от высокой температуры. Но, тем не менее, так сказать, все еще в рабочем состоянии. Защитным костюмом приходилось пользоваться, поскольку это, к слову сказать, ну, может быть, и кто читал книги, знает, чтобы обмануть начальника цеха, где делались эти первая установка, я говорил, что мы делаем ловушку для андатор. Человек, он был не очень заядлый охотник, поэтому, так сказать, шел навстречу нашим экспериментам, нашим попыткам не в рабочее время, а на рабочих станках в цеху сделать такую установку. Надеялся, что мы научим его, как с помощью электромагнитных полей ловить андатор. То есть мы говорили ему, что вот эта вот установка, она сделана четко под, так сказать, размеры андатора. Если мы включим, так сказать, эту установку, андаторы туда просто косяком будут вот сюда забегать, так сказать, привлеченные некими полями. Вот. Но при наших экспериментах, сразу скажу, не пострадала ни одна андатора, но название так и закрепилось, и с тех пор вот слово «ловандатор», он на этой установке завис, и это название, оно зажило своей жизнью, то есть это другое название машины времени, только уже, так сказать, зашифрованное для своих. Вот как расшифровать, я его сказал. Вот это слово сложное, ловандатор, оно стало жить своей собственной жизнью, так сказать, помимо меня. И вот однажды в 2000 году это было, я увидел в метро в Москве рекламу, развешанную билборды и вот внутри вагонов метро вот такие вот рекламы. Истории больше нет, ловандатор. Вот тот, кто. Ну, я связался, я нашел человека, кто эту рекламу придумал. Ну, мне было просто интересно. Никаких денег, естественно, я с него не требовал. Слово я не зарегистрировал, товарного знака такого нет. Поэтому, если захотите, можете, ради бога, использовать. Но мне просто было интересно, в общем, узнать, как Москву обклеил этот человек. Но оказалось, вот такая, как бы, немножко, может быть, мистика, может быть, совпадение, это было сделано буквально, так сказать, не сговариваясь со мной, то есть я об этом не знал. Буквально накануне экспериментов, когда мы построили седьмой ловандатор, но мы его так не называли уже, просто, ну, установка и установка. Она до сих пор жива, вот это вырезки из разных журналов. Она до сих пор жива, то есть на ней проходила целая серия экспериментов. Наконец, на ней мы провели эксперименты, к чему, так сказать, давно мечтали, с участием человека. Это было очень важно, ну, хотя бы для того, чтобы понять, вообще человек переживет и вообще, что человек будет чувствовать. Вот можно бесконечно долго рассказывать, как хорошо купаться в море, теоретически, но пока вы сами, так сказать, не нырнете и не почувствуете всем телом, вот каково оно плавать в воде, естественно, никакие даже самые живописные поэтические строки не идут ни в какое сравнение с обычным, так сказать, человеческим, с обычными человеческими чувствами, когда ты чувствуешь вот это. И вот почувствовать, каково оно, перемещение во времени, было, конечно, так чисто психологически очень важно, с одной стороны. А с другой стороны, это был некий ключевой момент, потому что к тому моменту, это вот 2000-2001 год,
уже вот с теми людьми, с которыми мы занимались машиной времени, это достаточно большой коллектив. Естественно, занимаемся этим давно, и многие уже давно махнули на это рукой, там, обзавелись семьями и занимаются более серьезными делами, чем какая-то там фантастическая машина времени, которая то ли завтра, то ли через 100 лет вообще заработает. Вот есть у нас энтузиасты, которые занимаются этим до сих пор, вот там присутствующие рядом, ну, в зале, по крайней мере, несколько человек сидят, там Мария, я вижу, Александр, ну, боюсь еще кого-то там пропустить. В общем, люди все еще есть, и я убежден, что эта идея, так сказать, она совсем не в кризисном своем состоянии. Но, подчеркиваю, вот этот кризис был в 2000 году связан с большим пессимизмом, ну не с большим, с большими, я чуть было не сказал, с пессимизмом, с большими сомнениями, а нужно ли это вообще, потому что все живые организмы, которые принимали участие в экспериментах, в предыдущих, ну, понятно, из-за небольших андатор мы не использовали в качестве испытуемых, их еще поймать надо, а как ловить, я до сих пор не знаю. Использовали мышей в больших количествах, и все мыши погибали, к сожалению. И вот были сомнения вообще, так сказать, а может быть и никогда никому не суждено вообще перемещаться во времени, поскольку, ну, вот существует некий запрет, вот все погибают и все. Вот, поэтому вот этот кризис, он существовал, и мы долго к нему подбирались, и сначала мы эту установку на мышах испытывали, вот тут, так сказать, рабочий момент, как там несчастных, их и не видно вообще, где они там. Но в конце концов, когда наконец мы научились добиваться того, чтобы мыши оставались живыми, остались живыми из приехавших, там сначала, по-моему, 20 привезли, все погибли, потом еще 20 привезли, и вот из них осталось живыми 4 мышки. И две из них, правда, потом все-таки на радостях сдохли, а две остались живы. И мы их на радостях накормили и отпустили на волю, мыши белые. И с тех пор в этом лесу живут, раньше жили серые мыши, сейчас серо-белые мыши. То есть наши две белые мышки, побывав в другом времени, значит, стали, видимо, в мышином царстве королями и, значит, там завоевали, захватили власть. Вот, перед тем, как на человеке испытать, вот испытали на этом, мы хотели на кошках испытать, но кошки, как только включали машину, она близко не подходила. Кошки прятались, вот только бессловесные животное, собака, вот так испытала на себе эти, так сказать, прелести. После этого люди прошли, вот, и должен сказать, что это не очень, так сказать, приятное ощущение, но тем не менее люди перенесли так же, как и все живы сейчас до сих пор, хотя это было 13 лет назад. Вот, вот дальше я еще несколько тезисно покажу, чтобы закончить по времени этот доклад. Вот так выглядит в идеале схема нашей машины времени, не раз уже публиковавшаяся и известная уже. Вот так выглядит, ну, как бы сказать, классическая установка, слева внешний вид. Второе, это, так сказать, внешняя оболочка разрезана, там видно следующее. Если разрезать ее, там видно следующую. То есть, чем больше оболочек, тем, соответственно, проще нам работать. Но это проще сейчас. В будущем, я думаю, однозначно будет оболочка одна, просто выполненной по нанотехнологиям, чтобы включать внутри себя микроскопические соленоиды. То, что мы сейчас вынуждены мотать соленоиды, так сказать, нашими технологиями,
Все это в будущем будет абсолютно, так сказать, не таким. Вот. А то, что изображено справа, это примерно так выглядят стоячие волны, которые образуются внутри установки. Но, сами понимаете, вот эти узоры, они, конечно, зависят от количества соленоидов, от режима работы, ну и от прочих других факторов. Вот так выглядят один из вариантов рабочие элементы, то есть отдельные соленоиды, коими снабжены вот эти в больших количествах снабжены оболочки. Это схема нашей машины времени, по-моему, то ли на итальянском, то ли на испанском языке. Вот рабочий чертеж одной из наших установок. Это рабочие элементы уже на заводских чертежах. Схема эксперимента. Вот где у нас внутри установки наблюдается ускорение времени, снаружи резкий градиент в показаниях, на, естественно, на границе оболочки, далее, так сказать, воздействие на время с обратным знаком, можем и обратное воздействие сделать. Ну, где располагаются подопытные животные, вот тут мышка, там, где располагались обычно приборы, контроль и так далее. Вот так выглядит, примерно так выглядит искривление пространства времени во время, в момент проведения эксперимента. Ну, вот в этой точке, это граница нашей установки, там условно сверху вот она показана. Ну, это различные моменты экспериментов, которые у нас происходили с разными установками, их, подчеркиваю, было много хороших и разных, и не только у нас. Я консультировал как минимум несколько человек, машины времени и эксперименты с ними проводили в разных местах. Это вот эксперимент в Петербурге с нашей машиной времени. Это тоже. Это машина времени на обложке. Еще эксперименты. Это машина времени в Новосибирске. Тоже член Новосибирск космопоиск делал. Это еще одна машина времени, не буду рекламу делать человеку. Еще одна машина времени сделана целиком по моим чертежам. Ну, вот то, что я показывал, помните, вот эти единичные элементы, все скопировано до запятой. Ну и несколько фотографий свежих нашей установки, которая сейчас в законсервированном виде находится. Ее фотографии в разные годы. Ну, дальше как бы немножко шутка, самую малость. И еще несколько установок. Вот это момент создания сферы, самой маленькой сферы. Это несколько фотографий поэтапных, как создавалась самая большая на сегодняшний момент машина времени размером 4,5 метра. То есть вот этого потолка бы не хватило, чтобы она здесь встала. Вот то, что сейчас на снимке происходит, это собирается самая центральная сфера. То есть внутри этой сферы, как матрешка в матрешке, вот такие сферы находятся. Вот размеры центральной сферы вы видите. Вот она в полном сборе. Вот еще там с другого ракурса. Вот та же установка, только на переднем плане, вы, наверное, догадываетесь, что стоит вот это вот. Понятно, да? Нет. Это катушка Теслы. Ну, еще несколько фотографий рабочих. Это другая установка. Это момент эксперимента. Ну и несколько таких учебных материалов, вот какие принципы использовались при создании установок. Вот условно один тип установок мы делали на основе додекаэдра. Ну, я думаю, понятно, как выставлять, как требуется выставлять излучатели в данном случае друг относительно друга.
И вот по этому принципу как раз построены все доидальные установки машины времени. Извините, пока еще не устоявшийся термин. К слову сказать, когда я эту доидальные машины времени расписал, я вдруг заметил, нашел у археологов то же самое, только под названием «Древнеримские дейдекаэдры». Вот ради интереса в Яндексе забейте, посмотрите, эти находки находят до сих пор в больших количествах, назначение неизвестно. То есть вот буквально, так сказать, так и описывается. Относят ко временам Римской империи. Но я, конечно, не думаю, что это наши знакомые машины времени, времен Римской империи. Но, что называется, повод подумать, а зачем это. Вот. А это таблица, на которой я расположил все установки машины времени, которые были сделаны за это время. Я сказал, их было достаточно много, я уже не говорю, сколько штук. Это таблица по горизонтальной оси время, годы, там 80-е, 90-е, вот в конце там 2000-е, а по вертикальной оси количество оболочек. То есть понятно, что чем больше оболочек, тем более эффективные были установки. Вот максимально пока мы использовали пятиоболочные машины. Но в основном, так или иначе, эксперименты крутятся 2, 3, 4 оболочечные машины. Связано это исключительно, естественно, с нашими технологическими трудностями. Но рано или поздно, подчеркиваю, к этому, так сказать, мы придем, оболочек будет больше, но тоньше. И это возможно только, так сказать, с использованием нанотехнологий. Вот некоторые эти установки наши я расположил по годам, ну, с легким романтичным желанием, что после 91 года, 2001-2011, на этом, я надеюсь, так сказать, наш технологический рост не остановится, и когда-нибудь будет 21, 31, 41, ну, как они будут выглядеть, естественно, поживем увидим, но в любом случае какое-то вот технологическое сходство, конечно, у них будет. Вот на этом, наверное, стоит остановиться.